Что такое астероид? Астероид – это огромный камень, который летает в космосе. Астероид – это такой огромный камень. Он упал с неба давным-давно, вымерли динозавры, а теперь живем мы. Но Солнце не дает, чтобы астероид упал. Астероид – это большой камень. Их можно встретить в открытом космосе и в поясе астероидов. Если он упадет на Землю, то будет большой взрыв и будет яма глубокая. Изучают его астрономы и физики. Какие астероиды ты знаешь? Формы черепа и бывают плоские. Астероиды бывают разные, а один из самых больших называется Юнона. В поясе астероидов есть огромный, самый большой астероид Церера, шарик. И есть еще Апофис, который грозит для нас опасностью и может упасть на Землю. Юнона, Веста. Я вообще не помню, какие есть. Что будет, если астероид упадет на Землю? Будет огромный взрыв, и в домах выбьются окна. Если астероид упадет на Землю, он станет метеоритом, и его будут изучать. 100 или 120 человек погибнет, и будет огромная-огромная дыра, и это будет называться кратер. Если астероид упадет на Землю, будет большая яма и взрыв, и все загорится. Может загореться трава, деревья. Могут погибнуть люди много очень, штук 30-20. Астероид, он уже давно упал, но Солнце ему теперь не дает падать на Землю. И поэтому астероиды больше не падают.